Всем привет! Сегодня я буду играть в игру Horror Brawl. Здесь вышел уже 5-й сезон. Ну, в общем, давайте зайдем в магазин, посмотрим, что есть. А есть ничего, в принципе. Ну, тут, так говорится, новых скинов не будет уже. Тут просто будут награды. Многие говорили, что нового пасса, в принципе, тут не добавили. Просто можно приобрести его и получить какие-то награды, там, ковчеги. Или еще что-то. Ну, допустим. Ну вот, мифический ковчег теперь на первом, да? А, и все. И все. Ну, давайте его откроем. Нормально, в принципе, много всего открыл и что-то даже завершил. Вот можно вот оснастить, ну, принять, в принципе, можно. Миссии, ну, не так уж и много, конечно. В общем, этот сезон вышел несколько дней назад, трейлера не было, я не видел трейлера к 5-му сезону. Новых скинов, видимо, нету, да? Что-то могу улучшить еще. Только у кого? А, или что-то новое у Джей вроде открыл, да? Нет. У кого-то... У кого-то из детей, видимо, новый скин, да? Ну, у кого? Так, а где? Где новый скин? Нету, что ли? Что это за единичка тогда? Ну, не знаю, в общем. Ну, можно взять другого мороженщика. Вот этого. Ну, давайте начнем играть. У меня несколько новостей есть. Даже всего 6 игроков будет. Ну, также не добавили режим долгой игры. Хотя я бы советовал добавить вот этот короткий режим, быстрый матч, чтобы быстренько так сыграть. И долгий режим. Было бы вот так интересно. И больше локаций, конечно. Можно было бы что-то переставить там. Машины, например. Ну, именно на локации кинотеатр. Я это говорю. Можно было бы сделать. Ну, добавить чуть больше локаций даже в быстром матче. А может, даже если бы они еще сделали... Вот разработчики Camperu Games, вот. Если бы они сделали другие локации, вот, из других частей мороженщика. Ну, вообще было бы круто. О, здравствуйте. Ну, есть несколько новостей, что, в общем, они не собираются выпускать сезон про Мистера Мита. Это печально, конечно. Я не знаю, точно это или нет. И ты смотри. Мне вырубится. Ну-ка. Где ты? Вот он. Победа. Клаперианс. Ну все, быстрый матч закончился, очень быстро. Короче, вот все думали, что 5-й сезон будет сезон с Мистером Митом, но это не так. Я не знаю, еще вот такая новость вот имеется, многие уже теорию рассказывают про то, что больше Camperu Games не собирается продолжать игру Horror Brawl и выпускать обновления или сезоны новые. В принципе, это тоже нехорошая такая новость, но это не точная информация, я точно не знаю, конечно. Открываем.
Ну давайте еще сыграем. Можно другого персонажа взять, Майка, например. И можно мороженщика даже поменять. Другого. Вот этого можно. Ну вот, если бы они с локациями еще особенно бы сделали в быстром матче, там долгую игру бы добавили, сделали несколько режимов. Это вообще было очень креативно и интересно. У них такие высокие шансы, но они не воспользуются этим почему-то. Не знаю, конечно, шестой сезон будет или нет вообще. Если даже будет, может быть, они не будут также скины какие-то новые выпускать. Может быть так, я не знаю. Может забросят игру, может продолжат. Несколько версий есть. В зависимости от того, как эти разработчики решат продолжить эту игру или ее завершить. Конечно же. Можно превратиться в мороженщика. О, привет. А ты в тупичке. Много тут их. Ну, несколько человечков осталось. Вон там еще. Видел кто-то вот идет. Все, победа. Ну, в принципе, быстрая игра получилась. Могу еще сыграть. Может быть, это будет последнее мое видео по Horror Brawl. Точно не знаю, конечно. Тут, кстати, вот письмо. Добро пожаловать в сезон 5 Horror Brawl. Обновление 1.4. Ну, тут, смотрите, новый пропуск ужасов. Вот, нету скинов просто. Улучшение исправления ошибок. Ну, в принципе, ничего не добавили. Можно так сказать даже. Награду могу взять? Нет, ее. Можно какой-то скин приобрести сейчас. Ну, если хватит у меня вот этих кристаллов. Открываем тут все. Это ежедневная награда. Подождите, вот здесь что-то есть? Предложение? Нет. Вот можно было бы что-то взять. Плохой мальчик. 420 нужно. Не, у меня столько нет. Ну ладно, можно кого-то еще взять. Лис, например. Можно даже поменять скин. Но у нее несколько скинов. Вот это прикольно, кстати. Но у меня еще не открыт. Можно такой взять. Мороженщика или давайте монахиню поставим. Можно с этим скином остаться. Ну, всего 6 игроков тут в этом быстром матче. Насколько я понял, этот быстрый матч длится где-то 2 минуты или 2,5 минуты. Средняя школа. Так, тут проход заделан. Тут обычно портал появляется, насколько я понял уже. А, можно сразу с оружием ходить, здесь мест нет. Это наш? Отлично. Гриша. Гриша побежал. О, завалил кого-то.
Наверху. О, стоп. Вот это где. Лечись, лечись. А, все, уже портал сейчас откроется уже. Вообще быстро. Ой-ой, что ты тут делаешь? Победа! Вы ударили М40. Победа. Ну все, я за Гришей выиграл игру. Ну что, можно выйти. В принципе, больше ничего нового здесь нету. Какая-то копилка еще, да? Ну вот, можно будет получить вот это. Монеты там. А, это, кстати, еще и свинка-копилка Хорпас 4 даже. Вот такое вот дело. Вот мой баннер. Такой. Ну, несколько есть, которые двигаются. Но я не все еще открыл, конечно. Ну, давайте тогда мы на этом закончим. Вот такое вот видео по Хоррор Бравл. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.